Это будет сложное командное испытание. Я очень хочу победить в этой битве. Итак, сейчас вам нужно по моей команде открыть подсказки и коллективно решить, какое слово зашифровано в кодовом замке сейфа. Я чуть-чуть волнуюсь. Я пока не знаю, что за слово будет. Та команда, которая первой откроет сейф, пройдет в финал. Внимание! Каждое слово состоит из 4 букв. 4 буквы. На выполнение этого задания у вас есть ровно 3 минуты. 3, 2, 1. Поехали! Портрет. Журнал. Флажок. У нас были флаг Швеции, шашки, типы журналов, столовые приборы, изображение рыцаря. Кросок. Колокол. Что это? Парни. Было 2 банки соли, 1 сахар и 1 перец. Еще был колокол, разговорник, ботинок, еще там код с какими-то цифрами. Потом носи специи, колокол. Я был шокирован, когда увидел эти вещи. Ничего общего. Это флаг чего? И из Швеции. Вариантов никаких не было. Просто непонятно было, какое слово. Ботинок, книжка. И я вообще не мог сосредоточиться. Я чуть ли перец на язык не насыпал. Я знаю! До меня дошло. Мы победили! Итак... Я так хотел выиграть в полуфинал. И я выиграл! Я поздравляю всех участников выпуска. Проигравших в нашем шоу нет. Вы все уникальны и достойны восхищения. Так, у меня вопрос к белой команде. Ребят, давайте подумаем, что у вас было за слово, и подойдем к сейфу, убедимся, что у нас был правильный ответ. Какие у вас были подсказки? Может, давайте вам помогут? Вам Швеция. Ла? Столовый набор. Это у нас стопка. Стол, может. Егор догадался, что это был стол. Давай попробуем. Стол попробуйте. Да! Молодцы. Правильно! Я не знала, что во время короля Артура рыцари ели за круглым столом. А теперь, друзья, слово нашему эксперту, профессору Василию Ключереву. Ребята, я сначала обращусь к команде белых и открою вам небольшую тайну. Вам предстоит сложнейший турнир за 3-е место с одной из самых сильных команд этого шоу. Я хочу встретиться с удивительными людьми в борьбе за 3-е место. С удовольствием поздравляю команду фиолетовых. Ребята, спасибо вам за огромный праздник, который вы нам сегодня устроили. Я вообще в шоке от того, что мы победили.